Каждые 16 секунд в мире от коронавируса умирает один человек. По подсчетам агентства Рейтер, по состоянию на вторник, от COVID-19 умерли уже более миллиона жителей планеты. Причем рост смертности ускоряется по мере того, как в ряде стран происходят повторные вспышки инфицирования. Так, число летальных исходов от болезней, связанных с коронавирусом, удвоилось с полумиллиона человек всего за 3 месяца. По усредненным данным, за сентябрь каждые 24 часа в мире умирают более 5400 человек. Это примерно 226 человек в час. Еще 3 месяца назад в сутки жертвами болезни становились на 800 человек меньше. На первом месте по числу смертей находятся США, за ними Бразилия и Индия. Следом идут Мексика, Великобритания и Италия. По информации оперативного штаба по борьбе с COVID-19, в России с начала пандемии зафиксировали 20 385 летальных исходов. Чтобы остановить пандемию, во всем мире разрабатываются более 100 вакцин. Правда, ни одну из них Всемирная организация здравоохранения пока не одобрила, хотя заявила, что наиболее обнадеживающим является препарат AstraZeneca. По мнению ВОЗ, к началу вакцинации число смертей в мире может превысить 2 миллиона человек.